товарищи, это наш праздник. Мы сегодня с гордостью вспоминаем наши бессонные ночи, наш общий энтузиазм, нашу непоколебимую твердость духа, которую не сломило ничто, ни отдельные, ни палатки, ни плохое снабжение, ни усталость. И мы сегодня можем рапортовать: ответственное задание выполнено! Каспийское пароходство получает еще один вновь отремонтированный танкер, танкер Дербент. Счастливого плавания, товарищи! Приветствуем инженера Басова! Трое суток, товарищи, его замечательная бригада не выходила отсюда. Это был настоящий трудовой штурм. И какие получены результаты? Бригада инженера Басова добилась высоких показателей. 75% проектной мощности. Правильно я говорю, товарищ Басов? Скажи, товарищ Басов, давай. Я действительно трое суток отсюда не выходил. И ребята из бригады со мной сидели. Да что ж нас за это? С музыкой встречать надо. За это нас бить надо. Что? Не умеем работать. Вот тому я врал, и штурмы разные. Не умеем беречь секунды. Вот поэтому и сидим невылазно. А что мы сделали? Левый двигатель при полной нагрузке сколько дает? 103. 103. А правый? 105. 105. 105. А, безобразие. Это же почти проектная мощность. Это первый случай у нас, когда вопреки норме... А ты что утверждал? Я ничего не утверждал. Утверждал? А ведь завод выпустил серию в срочном порядке. А приемка была, сам знаешь как. Не замазывай вопросы, Бронников. Есть ты твоя манера. Тихо, давай. Давай, Иван, практика показала наши возможности. И мы их знаем, тоже учились. А ты ставишь задачи невыполнимой и делаешь это формой недопустимой. Это демагогия. Это просто оскорбление коллектива. Я категорически заявляю, двигатель Дербента отрегулирован недостаточно. Правильно. И количество оборотов может быть увеличено. Правильно. И что тут говорить? Так сдавать судно, это значит обманывать государство. Верно. Александр Васильевич, Видели, каков фрукт? Не дай бог вам такого. Что случилось? А то, что, товарищ инженер, ерунда получается. Потом мне же отвечать. Дал я, как вы говорили, лишние обороты. И вот опять авария. В книгах ясно пишут, нельзя, есть нормы. Брось эти книги, они старые. Александр, ну какой вам смысл ввязываться? Ведь сдают же так, все сдают, и мы... О. Да. Ну, не завидую я тому механику, который будет работать на этом приборе. Не умеем работать, не умеем считать секунды. Обманываем государство, это я, Нейман. Ночи не сплю, побриться нет. Ну как же передовой инженер борется с отсталым руководством, с костными инженерами? Не могу выскочка. Да. Да. Механика вы просите на Дербент. Что я могу сделать? У меня же не морская школа. Согласовано? Почему? Яковлевич, Басова. Хорошо. Кажется, я вам найду механика. Есть механик. Замечательный механик. Передовой инженер. Партиец. Да, да, член партии. Но только что инициатива исходила от вас. Это обязательное условие. Я жду, а тебя все нет и нет. Смотри, я скоро стану старухой. Подожди, Муся, подожди. Я устал и злой, как черт.
только окончился твой аврал, а сегодня первая годовщина нашей свадьбы. Помнишь на вечеринке у Неймана, когда мы с тобой познакомились? Я думала, вот он какой Басов. А ты сидел напыженный, в ярком галстуке бабочкой, который ужасно мешал тебе жить. Постой, постой. Я сейчас хочу все-все вспомнить. Помнишь, я тебя первая поцеловала, когда мы сидели на подоконнике за портьерой. А ты скомандовал, как командир, ать-два, и сейчас же надо расписаться. А мы с тобой почти не говорили совсем. Я тебе очень понравилась. Сразу. Надоело мне. То у меня дежурство, то сижу дома, а тебя все нет и нет. Ты недоволен? Ты устал. А я гостей созвала, дура. Ну, я их выгоню. Скажу, болен и все. А завтра, командир, завтра ты должен быть со мной целый день. Завтра, Муся, я ухожу на Дербенте. Меня туда назначили старшим механиком. И это уже решено. Саша. Решено. Ты никогда не любил меня. И никогда я не была тебе близка. Но я не от этого плачу, ты не думай. А просто мне жалко тебя, потому что ты неудачник. Муся, брось ты панику. Ну вот я сейчас все обдумал. Ну, посылают на трудное дело. Ну и что же, обижаться? Отказываться только потому, что трудно? Ну зачем ты бодришься, обманываешь себя и других? Ты прекрасно понимаешь, что восстановил против себя весь коллектив. И от тебя постарались отделаться. Да, да. А меня назвали выскочкой, сумасшедшим, неуживчивым человеком и плохим товарищем. Все верно. И только потому, что я никому не давал покоя. Ну, ничего. Мы еще посмотрим, я зубастый. И ты пойми, год живем вместе, пора бы разобраться. Нет, я не могу так больше жить. А ты живешь плохо? Да, плохо. Я уже неспокойна за наш завтрашний день. Ты так работал, и зачем? Чтобы тебя выгнали, чтобы на твое место сел никчемный человек. Подожди! Ты можешь сколько угодно считать меня дурой, но, к сожалению, права я. Научись вести себя, шпана. Ты меня выгнал? Пусти! Мы еще с тобой
встретимся. Последний раз пить. Гусейн, ведь ты же обещал больше не пить. Ведь ты работаешь, теперь идешь в рейс. Сказал. И баста. Бербен, у какого причала стоит? Четвертого. А вы что, там работаете? Буду работать. Буфетчицей назначили. А меня старшим механиком тоже назначили. Ну, очень приятно познакомиться. Вера. Бас. Да. Ну что ж, пойдемте, нам вроде по дороге. Что? Дайте обладать. Нет, не надо, да не надо, да. Что я внесу за надо. Хватит. Вера, якорь. Вера, якорь. Правый, самый малый, вперед. Правый, самый малый, вперед. Мне досадно за твои стихотворные молчания всегда. Я эти молчания помню наизусть. Как же это вышло, что идейским писателем опять читаешь? Опять. А ну иди вниз. Жора, а ну иди поговорилась. У него же перегрузка-то. Если ты смеешься нонче надо мной, вспомним, как с тобой выбрали обои меховой. Час.
А теперь одна я тихо стонет вьюга. Много верст далеких. Кушай! Давай мотористом вниз! Моторист! Идет! Кто еще? Дармех Басов! Да? Басов! Ну и что? Как что? Нарвались на такую личность, отдавай еще раз концы, вот что. Как посмотрел, глаза слющие, а сам все висматривает. Видали вы таких механиков, которые хуже царского боцмана? Идет! Мама дорогая! Здравствуйте, Салам. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, товарищ Тармен. Здравствуйте, товарищи. Опять старая музыка. Левый двигатель дает 103 оборота, правый 105. А я уверен, что можно дать все 112. А чего ж не дает, товарищ Тармех? Это же легко. Начать да кончить. Начнем и кончим. Что? Начнем и кончим, говорю. Только это не так просто делается. Александр Иванович, ведь пробовали же, помните? Что? Я говорю, пробовали. Плохо пробовали. Инженера регистра. Приняли теплоход. Составили акты, ладно. Инженеры живут на берегу, а на судне живут моряки. А вы, извиняюсь, моряк дальнего плавания. Ну, допустим, не моряк. А ты, извиняюсь, моряк? Моряк. И вы все моряки? Моряки. Ну, так вот вы и поможете. Так, что ли? А? Да. Ну, вот. Вот это так. Вот это так, что я скажу, что так. Чтобы во время рейса машины ремонтировали. Не было этого. И не будет. Черт его знает. Что это такое? Вызвать вахту. Почему беспорядок? Если это будет продолжаться дальше, пишу на берег. Ясно? Ясно? Ясно! Ребята! Ребята! Я гудок починил. Что? Чинил гудок. Ну и как? Починил? Молодец. Ну, я специалист по гудкам. Таким образом, план вполне реален. Сомневаешься. План дают несообразный с возможностями. Команду набрали сбору по сосен. Разве это моряки? Это сброд какой-то. Везде грязь, мазут. Курят на палубе, несмотря на приказ. Разогнать всех чертям и набрать новых. А вы говорите, план. Какой тут может быть план? А главное, у нас механизмы не освоены. Вот вы, Александр Иванович. Вы теперь механик у нас. Что значит не освоены? Кто виноват? Почему? Вот, товарищ Басов, еще во время приемки танкера говорил, что с двигателями не все в порядке. Правильно, не в порядке. Жаль, что я на заводе не успел до конца доругаться. А следовало бы. Но я думаю, у нас здесь дела пойдут иначе. Люди все другие, заинтересованные. И я уверен, что мы из наших машин выжмем все возможное. Ну, раз вы уверены, тогда прекрасно. Я лично считаю, что дело исключительно в двигателе. Ну, конечно, двигатель. Двигатель – это все. Ну, это как сказать. Все. Машины – это только часть дела. А тут есть много всего. Вот, например, разгрузка в Астрахани. Ведь я же слышал, что приходится проставить по суткам, только из-за каких-то неполадок. О разгрузке просил вас не беспокоиться. Не знаю, как у кого, а у меня отношения с Астраханью давно налажены. Сколько лет я уже тут плаваю? 25 лет, Евгений. 25 лет? Меня знают на рейде по гудку. Отношение ко мне особенное. Старая, знаете ли, хватка. Постойте, товарищи. Здесь затронут ряд важных вопросов. Вот, например, товарищ Басов затронул вопрос о разгрузке. Так надо этот вопрос решить. При чем тут разгрузка? Все дело в двигателях. Вы меня извините, товарищ Басов. Я человек прямой. Но мы находимся в рейсе, а не на заводе. Здесь каждый отвечает за свое дело, и разговорчиками заниматься некогда. Надо работать. Согласен. Надо работать. Разрешить, товарищ полковник. Здравствуйте, товарищ Басов.
Здрасте. Ну, как дела? Да как дела? На вашем бирпенте вся посуда поломатая. Так-так. Вся трещина. Очень хорошо. А? Да. Интересный мужчина. Астрахань, Астрахань, где баржи? Где баржи для разгрузки? Баржи, баржи для разгрузки. Баржи, баржи для разгрузки, баржи, говорю. Баржи хотя разгрузки, баржи. Почему задержались баржи? Ваши баржи подали Камали. 5000 тонн пошло в Астрахань. 9000 тонн стоит рейтинга буксира. Не хватает тяги еще на 15000 тонн. Какие тонны? Где баржи за разгрузки? 5000 тонн пошло в Астрахань. 9000 тонн стоит рейтинга. Не хватает тяги еще на 15000 тонн. Где баржи? Олег Сергеевич! Чего начинаешь? Давай, Кенко! Сам велал! Скипера давай! Или буксира нет! Давай, что велал! Донкерман, отсеките корму! Вы что? Что? Вы грузовой помощник или нет? Что у вас там делает? А что такое? Ты понимаешь, что мы не получим даже премиальных? А Гамалей обогнал нас, использовал наши баржи. А ну вас! Дети, сейчас баржа свободы снег! Ударник дал 9000 тонн. Грузоводка кружил 5000 тонн. На каждый шаг 5000 тонн. Да что вы привязались с какими-то баллами? Прекратите эти буки! Эй, трубе! На трубе! Тоже ты будешь чинить? Я второй день работы, ничего не получается. Это же вы место, если ты делаешь кучу. А вы можете не считать, я ваши кинопалки не считаю. Это не касается. Как вы списались по кускам? Кам они вы списали. Я капитан Сирис корабля, а мне плевать на капитана, у меня слава не работает. Дай сюда нахуй. Да плевать, я родил на капитана, у меня слава не работает. Я тебя крошу, а? Потяни свой гудок, милый. Леша, делай. Где? Астрахань, Астрахань, я Дербент. Астрахань, я Дербент. Вас не слышу, перехожу на прием. Нет, ее нет дома. Она, наверное, в дежурстве. Да. А кто это ее спрашивает? Я изъездил полсвета. И большую часть жизни провел в пути. Вы знаете, что может быть чудеснее ночи в незнакомом южном порту? Вы приходите с моря, вас обступают береговые огни, судно приваливается к стенке набережной, и вы слышите голоса. Голоса, говорящие на незнакомом языке. А в вашем распоряжении только одна ночь. Я... Романтик моря. Ясный месяц по небу гуляет, рядом звездочки светят едва. Сердцу больно в груди, но никто не узнает про любовь роковые
вчера мы расстались с тобой. Где же ты, друг мой дорогой? Годы проходят, а чувства не скрыть. Мне тебя никогда не забыть. Синее лето мне хмурится. Тебе скучно со мной? Скажи правду. Что ты? Почему? Ты так грустно поешь. Хочешь, спою веселую? Нет, не пой. Я люблю, когда ты поешь эту песню. Под печальные звуки баяна эту песню тебе я сложил. Твое имя, мой друг, я твердил беспрестанно, и тебя я навек полюбил. Вечер спустил. А я знаю, что тебе хочется. Что? Тебе хочется выпить. Вот что мне хочется. Совсем? Ага. Совсем-совсем. И люблю же я тебя, Женька, честное слово. Какой ты хороший. Почему никто не знает, какой ты хороший? Я бы так хотела, чтобы все знали. Сидишь ты на этом дербенте, и про тебя никто не знает, какой ты хороший. Вот если бы ты был на Агамали. Опять ты Агамали. Наш не хуже. Ого, вот не хуже. Конечно, не хуже. Мотористы у нас лучше ихних. Вот так лучше. Лучше. Мы их обставим, как обставим. Хотим. Обставим. Посмотрим. Посмотрите. Ты на меня сердишься, Гусей. Ага. Своих маяков и наступление. Ну, а меня ребята всего с нашего корабля. С какого же корабля? Аврору знаешь? Аврору, я знаю. Ну, а с того, что рядом стоял. Ага. Ну. Погоди, не мешай. Выходим. Ночь, ветер 7 баллов, вест, норд-вест. А против нас 5000 человек. 5000? Откуда столько набралось-то? Молодой. 5000. И все в сапогах. Бэм. Бэм. Кто здесь подает? Кто подает? Слушай, в чем дело? Виноват. В такой случай к нам зашли матросы с знаменитого корабля, понимаете? Каких бы в гражданскую гибнут традиции революционного флота. Да, конечно. Три заказал. Вы бы, Алексей Петрович, еще громче кричали. У них 1000 рублей премиальных на брата, а у нас что? А у нас в кармане 6. Планы не выполняем. Планы не выполняем. Почему не выполняем? Потому что простаиваем по 8 часов над разгрузкой. Они, небось, не простаивают. Это не пойдет. Не, не пойдет. Не пойдет? А почему? Такую марку не пьем. Не пьем. Счет дайте. Счет. О, привет, дирижеру. У меня для вас есть маленький сюрприз.
вчера кора. Вчера кора. Вчера корабль видал вдали. И каждый знает. Без наших песен. Его зовут. Его зовут. Ага. Себя моряков изображают. А тихо, Леша. А что, Леша? Я 40 лет, Леша. А в море я вас один всех забью. Да, лихостью забью. Тоже мне морские волки. Черепахи внутреннего сгорания. Небо Охотское море. Гробы на мокром месте. Шором бы на себя в 12 баллов. Мертвец. Отчаливайте тихоходно. Простите, не вы ли это будете знаменитый боцман Дагайло? И я кто? Я очень много слышал о вас, когда служил в Кронштадте. Значит, я ходил на Вровень. Ну так вот что, легендарный моряк. Мы выходим на 2 часа позже вас. Дадим им фору 2 часа. Дадим. А к вечеру догоним и возьмем вас на буксир. Что-то я плохо слышу. На буксир. Ладно, еще не понимает. На буксиру возьмете. Только свою маму. Ну, конечно. А вот с Молдогайло еще никто не обгонял. И не обгонит. Конечно. Все. Пошли. Эй, потерял! Гибнут традиции революционного флота, а? А что? Пора выдвигать. Танкер. Пить дать танкер. Ты куда смотришь? Вон туда гляди. Так ты ж канонерка. А дым-то где? Не видать дыма. Канонерка. Это не канонерка, а танкера Гамали идет. Ох, и шпары. Обгоняй, сволочь. Ну, короче, корабль. Аврора. Аврору знаешь? Слыхал. Ну, копия. Понимаешь, мы выходим, они смеются. Да ну? Да, черепахи, говорит, внутреннего сгорания. Как так, черепахи? А вот так, мы черепахи. Тихоходы, гачпана, речкомеры, шантропа. Что? Врёшь. А вот спроси, а? Даем бы 2 часа пору, к вечеру ждите, обгоним. И на буксир возьмем. Жмёт! Не будет этого. Давай. Давай. Стучит головной. Вот, батенька. Поразительно, что у нас еще имеется такой танк. То есть как это еще имеется? А Гамали новый танкер. Между прочим, у него такие же машины, как у нас. Да, вот. А скоро и его доведут до ручки. Знаете, как у нас? Сначала гром побед. Стаханов, телекорды, а потом... Обыкновенная история. Ну вот, обогнали. Ой, шляпа там в машину, был бы механиком, сыпал бы горячим. А вы что смотрели? Тихо, молодой щи. Сканцию дорожка. Thank you.
ловко, Аденька. Это что за гонки? Кто здесь распоряжался? Я голова. Александр Иванович, и я. Интересно. А вы знаете, что полагается за самовольные действия на вахте? А вы знаете, что про нас моряки в ресторане говорят? Не знаете. Хиба ж так можно? Смеются, знать, как хочут. Я потребую самых суровых дисциплинарных взысканий за такие штуки. Александр Иванович, ну ей-богу, уже обидно нам. Обидно, обидно. А ты думаешь, мне не обидно? Наскоком здесь ничего не сделать? Да если захотеть их обогнать, раз плюнуть. Ну ты думаешь, что ты говоришь? Здесь работа уйма. Может, от берега придется отказываться? То есть как это без берега? Не, мы не можем. Замри ты! Рейс делаем своим чередом, а ремонт делаем своим чередом. И я объяснял, если взяться по-настоящему, такие получатся моторы. Оборотов на 112, не меньше. Ну, возьмемся, а? Сколько лет буфетчицей плаваю? А такого срама, как на Бербенте, еще и не видывала. Вера. Чего? Не Бербенте, а Дербенте. Ну, на Бербенте. Не все равно. Не в этом дело. Эх, Верусенька. Чего? Ничего. Почему мы садимся на мель у пристани? Почему делаем 8 миль по рожням, а? Да наладьте его правильное отношение с Астраханью. Что это у вас там за хреновина отборгает? А хули тебя боязнь напала? Во-во-во, у пристани номер 8 сели на мель? Да. Сели. Целый час снимали. Снимали. А когда хотите, Эля? А что там мне на низанах и вас? А что? А где дисциплина? Но. Где порядок? Но. Где боцман, который должен быть душой корабля? А где грузовой помощник? Боцман! Ты покажи пример, чтобы не торчали по суткам на стоянках. Вот тебе, дизелями у нас форменный скандал. Так я и говорю, мы ползаем прямо как черепахи. А машины? Машины как работают? Я им кричу полный вперед, я им кричу, они с места. А рулевые? Типа ты работаешь стоять, покурите с ворлом дым. Покурить, покурить. Ты раньше машины починил. Ну да, сладишник, ради таких проймешь. Граждане, ну шо вы терпите? Да вас пушкой не прошибешь, механики тоже. Что? Да, тихо. А ты молодой еще, говори по порядку. Оглохнешь, Славик. Нет, товарищ, так у нас дело не пойдет, если мы все будем кричать и сваливать вину друг на друга. А вот давайте так. Пусть каждый про себя скажет, что у него плохо. Вот это будет разговор. Вот я, например. Я отвечаю за машинное отделение. За машины. И что я должен сказать? Что у нас, плохие машины? Нет, машины у нас хорошие, только они не отрегулированы. Правильно, прекрасные машины. Только мы с ними мало знакомы. Значит, нужно еще больше познакомиться. В том и дело. И вы имеете право требовать с меня, с мотористов. И со всей команды машинного отделения. А иначе у нас работы не будет. Что же получается? Один работает хорошо, а другой работает плохо. Я все время об этом толкую, ежедневно говорю мастер. А потом в чем дело? Что у нас, плохая команда? Плохая команда. Набрали сбор, посмотрим. Не согласен. Нет, я не говорю, команда у нас хорошая. Правильно. Ну не хуже, чем Аван Гамали. Правильно. У нас есть старые моряки, которые много плавали, много знают. Еще. У нас есть мотористы. Высокой квалификации. А что, факт? Факт, факт. Ты почини гудок. Специалист. Специалист. Поэтому, товарищи, каждый сейчас должен работать, засучивши рукава. И у нас сейчас положение такое. Стоять на вахте, читать стишки. Чтоб ты провалилась, если все забыла. Если ты смеешься нонче надо мной. Во-во-во. С этим, товарищи, нужно кончить. Работа сейчас вот как. Запомните. Правильно, Шарь Иванович. Вся беда от вас, черт бы вас побрал. Моряки дальнего плавания. Замолчи. Я тебе скажу так, а ты слушай. Моя вахта, она от берега отказывается. И будет сидеть в машинном и так наладить дизеля, что... Для наших ребят это все. Я как с командой жора подтянись. И пошел, потому что стояло жор. Правильно, товарищ, правильно. Наша бригада не подведет. Отказываемся от берега. То есть как это отказывается? Одна группа мотористов отказывается от берега, пока не отрегулирует машины. Правильно. Ну, если так, то и я заявляю. Заявляю при всех. Мою вахту посадки на мель не будет. Товарищ! У меня есть конкретное предложение. По-моему, надо чтобы... Вот это предложение! Тихо, товарищи, тихо! Давайте выступать организованно как на собрании по порядку. Дайте я скажу. Разрешите мне, товарищ. Дадим слово помполиту. Говори! Знаешь что, товарищи, давайте вызовем танкера Гамали на соревнования. Вот же так. Это что-то больно чересчур...
Очень даже слишком нахально. Значит, товарищи, решено. Бросаем вызов. Да, да. Кто за? Единогласно. Единогласно. Какие же будут наши условия? Условия определены, товарищ! Давай. Пункт первый. Мой костер туман не светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Начинается, Евгений Васильевич, склочная история. То, чего я больше всего боюсь на кораблях. Все надоело, Олег Сергеевич. А пуще всего постоянная тревога. Судно новое, масса механизмов. В трюме горящий груз. Кажется, крикни кто-нибудь, пожар. Сердце лопнет. А когда еще идут эти вообще разговоры, посылаются какие-то сводки, даются там разные обязательства. Да, конечно. В наше время без этого не проживешь. Надо. Ну, согласитесь, что это все-таки неудобно, Олег Сергеевич. Что? Ну, черт знает, почему опаздывают. Почему-то долго не подавали баржи на рейде. Очень неудачный состав команды. А в особенности этот, Басов. Все он выдумывает. Жили бы мы спокойно. Просто руки опускаю. Войдите. Я не помешаю? Нет, входи. Третий цилиндр, Александрович. Третий. Чего стоишь? Давай садись. Вот я все соображаю. Как нам лучше условия соревнований выполнить? Александр Иванович. Вот я все время думаю, сколько мы берем горючего? С запасом на 4 рейса? На 4. А что, если взять на один рейс? А? Тогда мы можем взять лишних еще 300 то. 300. 300 то. Так на кой же черт мы с собой возим 4-кратный запас? Порядок такой. Куда? Для всемирного потопа. Наверное. Ну ничего, мы еще себя покажем на этом дербенте. Только бы ребята научились шариками ворочать. И ты пойми, гусей, тут дело не в тонах. Тут важно, что мысль возникла. Вот что главное-то. Гусей, ты у меня первейший моторист. Что, Александр? Я тебя уверяю, первейший. А это кто? Ваша жена. Жена. Бывшая. Расстались мы с ней навсегда. Неужели не поладили, а? Не поладили. Меня на Дербент перевели, а я это не устраивал. Вот и не вышло на жизнь. Я тоже. То есть, вы понимаете, девушку встретил. Ничего особенного. Самая обыкновенная девушка. Но только какой души человек. Необыкновенной души. Вы понимаете, все мне говорят, шпана, пропоится, а она свое. Гусейн, ты, говорит, большой человек. Это я-то. Все над ней смеются, а она меня любит. Вот что важно. Я пойду. А насчет жены жалко. Жалко. Ну, заходить ты будешь, нет? Буду. Ну, будь здоров. А зачем это, Иванович? Так было хорошо. Не болела бы грудь, не страдала душа. Полюбил я ее, полюбил горячо.
она на любовь смотрит так холодно. Ах, зачем эта ночь? Так была хорошо. Не болела бы грудь, не страдала бы душа. И понимаешь, что получается? Пока мистер курил, пел песни. И пел песни, судно рискнуло в правую сторону. И получается извилистая линия, если ее положить на карту. Ради, из-за этого ты теряешь во время. Совершенно верно. И нужно отстоять вахту так, чтобы добиться самых малых отклонений. Правильно, молодец. 23.49. 18.56. 71.08. 19.71. Конец. Тут целая куча сводок о Дербенте. Я уже смотрела. Поразительно. Кривая показателя Дербента прямо-таки прет в вещь. Помолчи. Молчу. А последний рейс они сделали за 68 часов. Ты слышишь, 68. Я бы хотела, чтобы Дербент оставался самым паршивым танкером нашего пароходства. Ты с ума сошла? Да, сошла. А Дербенте начинают говорить. Вот у него уже и слава. А для меня это стена. Понимаешь? Стена. Все кончено. Опять ты о Басове? Да, о Басове. Ах, Тарумов, был бы Дербент как прежде, я пошла бы к Басову, не выдержала. И, может быть, все было бы хорошо. Ну, иди, иди, в чем дело? Ну, как же я могу, Тарумов? Когда ему было трудно, он был одинок. А теперь, пожалуйста, пришла. Тарумов, я слышала, что Алексея Стаханова еще до его рекорда травили какие-то администраторы. Это правда? Правда, а что? Да ничего, странно как-то все бывает. Ты, моряк, красивый, сам собой у тебя от роду 20 лет. Превосходный цифр! Я подсчитываю с удовольствием. Возьмите-ка последний рейс. 100%? 100%? А значит, и нам кое-что перепадет, а? И это с нашей-то командой. А вы представьте себе, Евгений Васильевич, если бы нам с вами настоящих людей, настоящий танкер, жизнь была бы, и, может быть, чем черт не шутит. А? А ну, хватили, хватили, батенька. Хотя, в чем дело? А, действительно, нефть. Баку, Каспийское море. Танкер Дербент. И я 30 лет плаваю. А я? 30 лет. Хотя у нас недостаточно ценят людей. А Александр Иванович. Все-таки опять мы пришли с опозданием. Ну, ничего, это уж не в счет против прежнего. А вот мы здесь с Олегом Сергеевичем подсчитываем, вы знаете, получается картина. Подъем. Подъем. Эй, батенька, вам бы отдохнуть надо. Вы какой-то серый стали. Вы обязательства читали? Ну, обязательства. Я считаю, что нужно проверить еще раз каждую мелочь. У нас масса расхлябанности. Так вот с двигателями замерзло, это так. Да не только с двигателями. Вот если бы я был на проход, я бы сгрел как следует. Наговорили, наобещали, а сами только-только план выполняем. Хороший танкер, люди работают на совесть. Да я прямо за такие дела в тюрьму бы сажал. Дачка втирательство. Честное слово. Что? Как в тюрьму? Нет, нет, нет. Я не брал никаких обязательств. Мне их навязали. И потом, почему я должен за все отвечать? В Астрахани не хватает баржей для разгрузки. У вас там что-то с двигателями не ладится. Да, с двигателями. Я плаваю 40 лет. 40 лет! У меня не запятнано имя старого капитана. Ну, что же это делается, Олег Сергеевич? Вы же говорили, что у нас уже все хорошо. Евгений. Нет, будьте добры, обсудите этот вопрос с Александром Ивановичем, а я ей-богу не могу. Я собрался на берег, Симочкины именины сегодня. У меня что-то с сердцем, знаете, что-то покалывает. А вам действительно надо было бы отдохнуть. Он какой серый стали. Видели? А мы уж готовы были чуть ли не целовать его, как родного сына. Это страшный человек. Ах, оставьте, пожалуйста, Олег Сергеевич. Вы знаете, я, кажется, действительно очень исхудал. Исхудаешь тут. Ну, сколько оборотов было у нас в последний раз? Было 109. Сто девять.
піду хватить робити. Ну, успієш, успієш ще. Тетя у мене нездорова, на весь світ треба. Ой, ти що це про тетю по радіо узнав? Мені радіс передав. Ах, радіс. Да. Катись, катись, воздух чище буде. Интересно. И как моя армия приуныла? А ничего подобного. А что же робить? Что робить? А первый приказ такой. Шабаш. Все дела с машинами с головы вон. Сейчас все идут на берег. Пока. Как на берег? О, на берег. Как? Очень просто, на берег. Вот я помню в ВУЗе, во время учебы перед экзаменом, бывал сидишь над книгой. Сидишь, 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 сидишь. Голова, о, как котел. Но тут сразу компания, песни, девушки. Это так, вот это так, что я скажу, что так. А потом опять как новорожденный. Ясно? Ясно. Товарищ Помполит. Да? Как вы считаете, мы заработали право на веселье? Безусловно, товарищ Сергей. Перерыв. Расходись по каютам. Есть по каютам. Да, и помните, товарищи, все должны быть хорошо побриты. В чистых костюмах и при галстуках. Андрюша, сбрызни ты голову каким-нибудь одеколоном, чтобы дух приятный был. Букетом моей бабушки буду пахнуть. О! Завтра к утру вы представили свои окончательные расчеты и выводы. Он очень взволнован. Хорошо тем... будет сделано. Будьте любезны выслушать меня, я еще не кончу. На заводе и в пароходстве тоже интересуются. Вот инженер Нейман, знаете, который на заводе, он пишет. Во время приемки танкера инженер Басов категорически заявлял, что двигатель Дербента отрегулирован достаточно, и количество оборотов может быть увеличено. Что сделано в этом направлении? Механиком Басовым. Что мы можем ответить по этому поводу? Я отвечу сам. Пожалуйста. Я так и доложу капитану. Все хорошо. Черт! Ничего у меня в жизни никогда не получается. Меня буквально выживают с каждого места. Я чувствую, что меня не любят, что меня ненавидят и что от меня хотят избавиться. И все это только потому, что я всем доказываю, что работать можно гораздо лучше. Ну неужели я ошибаюсь? Я действительно очень тяжелый человек, неуживчивый, что ли. Как ты думаешь, а? Я думаю, ты всерьез загнулся. Ай, да нет. Просто я сейчас вспомнил всю свою жизнь. Тут работал я на заводе, подручным. Был совсем малограмотным парнишкой. Вот учили меня, помогали мне. Сначала Фабзауч, потом вуз, стипендию получал. Стал инженером. Ну что же еще? Счастье. А вот теперь понял, что никуда я не гожусь. Вот. Вот бумажка. Бьюсь над ней, как безмозглый дурак. Воюю со всеми, а сам как слепой. Не говори глупо. Да ничего я не могу. Ничего. Александр Иванович, я вот давно присматриваюсь к третьему цилиндру. Вот здесь. Третьему? Да. Я все время за ним наблюдаю. Ну, наблюдаю. Ну, как доктор. Вот здесь все есть? Да. Подожди-ка. Ух ты, интересно. А ты знаешь, ты, может быть, и прав. Во всяком случае, надо попробовать. Надо попробовать. Че это? Да ну, на берег. Ну, Александр Иванович, я же... На берег. Александр Иванович, именно в третьем цилиндре. Он это правильно сказал. Он давно думал об этом, только не решался вам сказать. Ох, да чего же у нас народ пошел противный. Александр Иванович, а что если сейчас попробовать? Правильно. А ну давай. Есть. Художник Айвазовский. Говорит, план на 200%. Ох, красота-то какая. Все виды рисовал сам товарищ Айвазовский.
Пройдемте. Мы сократили трассу обратного рейса от Астрахани. И тем сэкономили... Шахон, в порядке. Сейчас мы уже добились... Это Евгений Петрович. Здравствуйте. Что в свое время причинял нам немало огорчений. Айвазовский. Все это говорит о том, что нами предпринято все. И это товарищ Айвазовский. Лучше показатели не тревожат. Таким образом, товарищи, на основе социалистического соревнования и ударничества, путем внедрения стахановских методов, командование Дербента добилось полной ликвидации прорыва и торжественно обязуется добиваться в дальнейшем трудовых социалистических стахановских побед на великом советском транспорте. Товарищи, у меня небольшое заявление. Дело в том, что товарищ Касацкий, очевидно, выступал только от своего собственного имени. Позвольте, да-да, позвольте. Я потому говорю... что коллектив Дербента его не уполномачивал. То есть танкер находится в прорыве, и поэтому говорить о победах слишком рано. У меня... Верусенька, вы чего? Ты срав на вашем Дербенте. Не Дербенте, Дербенте. Все-таки какой художник? Айвазовский. Айвазовского слыхали? Слыхала. Правда, большой талант. А ну. Верусенька. А вы куда? У, свет. А? А. Ага. Ну к чему такие слова на основе? Путем внедрения. Именно. Только что началось какое-то действительно хорошее дело. А вы уже хвалитесь, нехорошо. Именно командование Дербента на основе соцсоревнований и ударничества добилось успеха. И это надо утверждать уже сейчас, что бы там ни говорили. Но надо было как-то иначе. Как? Скромнее. Скромнее, батенька. В наше время на скромности далеко не уедешь. Я счастлив, что познакомился с вами. Мне тоже очень приятно. Мне про вас рассказывал один моряк. Его зовут Гусейн. Вы знаете Гусейна? Знаю. И завидую каждому, чье имя вы только произносите. Вы знаете, он настоящий моряк. Кто? Гусейн. Где он только не был. В Сингапуре. Ну, знаете, для моряка это самое обыкновенное дело. Вот я, например... Я съездил полсвета и большую часть жизни провел в пути. Знаете, что может быть чудеснее ночи в незнакомом южном порту? Вы приходите с моря, судно приваливается к стенке набережной, вас обступают береговые огни, и вы слышите голоса, говорящие на незнакомом языке. А в вашем распоряжении только одна ночь. Я... Романтик моря. Верусенька, я вам скажу откровенно, такая гражданка, как вы, могли бы составить счастье любому лучшему морскому волку. Ну, это вопрос серьезный. Пойдемте доставать. Сколько времени мы не виделись с ним, а он не давал о себе знать. Он выкинул меня из головы. А мне так не хватает его Таруна. Муся, тебе нужно с ним поговорить, все объяснить. Отойдите вы, где танцуете. Давай. Синя.
уйдем отсюда, он подумает, что я ищу его. Я так боюсь и ничего не могу с собой сделать. Второй. Муся! Я был уверен, что я тебя здесь встречу. Ты знаешь, 10 дней тому назад, когда я приходил домой... Но ты же оставил записку. Я взял белье, пасок. А записка была глупая, но мне белье было действительно нужно. Ты знаешь, Муся, я понял, что люди часто ссорятся из-за простой недоговоренности. А вот я особенно часто бываю несправедлив к людям. Вот увлекусь какой-нибудь идеей, я абсолютно перестаю обращать внимание на людей. А они от этого страдают. Ну, а как ты живешь? Ничего. Хорошо. Ты знаешь, я, пожалуй, даже счастлив. Счастлив. Ну что ж, я очень рада за тебя. Болезнь это во мне сидит, и чуть что я с катушек. Нельзя мне без товарищей. А таких, как Старпом, я бы огнем выжег, расстреливал бы, чтобы их духу не было. Духу не было. Снимай пиджак. Голову под кран. Надень мою рубашку. Хулиганство. Хорошо, товарищи выручили. А то опять все говорили, что на Дербенте всякая шпана плавает. Сколько труда положили, чтобы авторитет команды поднять и... Эх ты. Интересно, с чего бы это? Александр, не любит она меня. Кто? Девушка моя. Женя. Женя, говоришь? Да. Женя любит. Ну да. Честное слово, любит. Сто тринадцать оборотов, товарищи, а? Потерял самоходность. В широте 43-35 нордовой, долготе 18-03 остовой, точка. Идите помощь, берите буксир. На, передай.
Большого достоинства корабль тянет, товарищ Помполит. Да, танкер Гамали. Ведь это он нам помог в люди выйти, а? Верно? Верно. Ну так там ребята мировые. Украшать мою каюту цветами. Какими цветами? Заберите все эту дрянь, выкиньте ее сейчас же куда-нибудь. Ну, это чистое недоразумение, товарищ Александр Иванович. Добрый вечер, Вирусенька. Норд-Вест бушует море. А танкер разбивается волна, душа моя полна. Какой вы еще ребенок, Алексей Петрович. Вера. Танкером, то ты хочешь, чтобы вас показался героем. Господи, боже ты мой, пойми женщину. Я заявляю совершенно официально, товарищ Кутасов. Надо принимать меры. Нет, нет. Так держать. Я требую. В противном случае я приму командование на себя. Вы понимаете, нужны срочные меры. Правильно, больше ждать нельзя ни одной минуты. Это непостижимо! Что же прикажете мне делать? Ну хорошо, товарищ Брейдич, не
понимаете? Вы же инженер, вы же должны понимать, что борьба с пожаром на нефтеналивном суде безнадежное дело. Знаю. Трудное, но не безнадежное. Я отвечаю прежде всего за свой корабль, за своих людей. Ну, вы тоже отвечаете за людей. И за тех, кто там отвечает. Я как капитан, я... Будьте настоящим капитаном. Товарищ капитан, ваше распоряжение выполнено. Шлюпки приготовлены к спуску. Товарищ капитан, слушай на радио с Агамали. Агамали сообщает. Продолжаем борьбу с пожаром. Положение трудное, ветер крепчает. Решено. Идем к ним на помощь. Радируйте. Распоряжением капитана идем вам на помощь. Есть, товарищ капитан. Кто здесь капитан? Вы. Я не позволю. Постойте. Ну хорошо. Я прошу зафиксировать в вахтенном журнале, что под давлением партийной группы я принял решение. Хорошо. Напишем. Мы принимаем и подчеркиваем. Всю сложность и ответственность данного предприятия. Капитан Кутасов принял решение идти к горящему кораблю. Чего же вы стоите? Действуйте согласно моим распоряжениям. Курс на горящее судно. Аварийный капитан Порта. Ядербенд. Нахожусь 42-36-17-02. Пожар ликвидирован. Экипаж танкера Агамали снят и доставлен на борт Дербента. Запом Полита Басов. Нет. Басов. Гражданка, вас себя чувствует прекрасно.
всегда говорила, что ты настоящий парень. А надо мной смеялись. И как смеялись. А что ж ты плачешь? Я не плачу. Раз. Два. Еще раз. Раз. Два. Три. Уже? О, мамочка! Здравствуй, Андрюша, милый, как здоровье твое! Ничего, а что ж выходит? Ты чего, до свадьбы заживей? О, пирожки! А что ж тебе поздоровье? О, Катя! О, Мина! О, молоко! А Стося, Стося! О, Стося! Тогда я взял курс на горящее судно. Как вела твоя команда во время пожара? Моя команда была на высоте. Ура! Закричала моя команда. Прошу повторить. Ура! Готово. Простите, пожалуйста. Ну, что? Ты слыхал? Мне говорила Симочка, Симочка говорила, Иван Парфеевич, Казанский арестован. Да. Это я его арестовал. А в Симочке больше не ходи. И вообще, смотрите у меня. У нее здесь муж работает. Да что у нас, Патер, шел, что ли? А что Басов? Басов живой. Отойдите от борта. В общем, давайте проходите. К нему уже пришла одна жена. Довольно. Гражданка, пойди, довольно, держи. Папуля, не могу, бабушка, не могу. Папаша, пройдите сразу. Не могу, бабушка, поймите меня. Товарищи, последние месяцы нашего плавания на Дербенте мы будем помнить всю жизнь. Потому что именно в эти месяцы... Ну где же Баса Старун? Где он? Свое место. Выросли, проверили свои возможности, нашли свои таланты. Стахановское движение на танкерах... Баса! Командир, ты уж не узнаешь меня? Проверка меня пришла. Так, так, вспомнила, значит. Представь, я не узнала тебя. Мне показалось, что это чужой. Разве так изменился? А что это у тебя на лице? Это жоги. Но это ничего, это скоро пройдет. Скажи мне, командир, ты вспоминал меня хоть немножко? Вспоминал. И вообще часто думал. Я всегда говорила, что ты странный. Но не такой, как другие. Вот ответь мне на один вопрос. Только дай слово, что скажешь правду. Даю. Вот если бы я тебя позвала сейчас на берег, навсегда, ты пошел бы? Нет, не пошел. Я влюблена в тебя сегодня, командир. Как будто мы в первый раз с тобой познакомились. Честь, делом доблести и геройства.